На соне. О, офигеть. Огонь наносит дамаг. Дай 5! Вау! Уже на команду кто-то попробовал. Обычно да, это фишка Герыча. Ну так я уже это сделал. Интересно же было, что будет, если залезть вот этот светильник. Наш Герыч качался через Игни. Но поскольку он у нас ветеран Моровинда, он как бы заклинание создавал у него сразу и на себя. Это то, как у Труданнера, Fire Resist. Я даже Рагнароса пулить могу, только не то. А ну-ка, нашли мне нормальный пистолет. В третьем у тебя будет десент игру. Нормальный. Нормальный пистолет. Слушай, этот пистолет на четверть экрана. Как бы... Размер — это надежность. Даже если не выстрелит, таким можно убить. Почему вы все разбежались куда-то? Куда вы все разбежались? Да, белый куда-то пошел. Ёшка, ребят. Я разбомбил статую. Я вижу. А вот эти ребята, походу, против, да? По-моему, это менты. Нет, ментов я стрелять не буду. Это не менты, это бандиты. Это искусствоведы. Египтологи. Как я отношусь к искусствоведам? Нужно проверить лайны своего черта. Блин, надо подумать над этим вопросом. Поясняю, если он черный, плохо относишься. Не, ну это понятно. По этим непонятно, они лето одни. Что-то не ломает. Ага, а та сломалась, вот у нее. Ну, возможно, сломал это от этого, от быка или. У быка побольше мегатон. Бык лучше, чем монтамет. Не, это, видимо, как камень, ножницы, бумага. То есть бык уничтожает камень, гранатомет уничтожает быка. А ведьмак уничтожает всех этих овощей. Если ему заплатят. Но вилла уничтожает ведьмака. Ну вот, а я Лоусон уже хотел предложить сердце. И руку. Или хотя бы просто сердце. Мне интересно. Куда вы все прете там? Там бонус здоровья, алло. Я бегу. Да ну. Чем надо покупать? Сердечко, то самое, которое я предлагал только что? Да, знаешь, давай, где оно? Не скажу. Jump on it, jump on it. Что ты бегаешь со мной и издаешь такие звуки? Не знаю. Он стесняется. Это точно проблема. Ты еще как Квапа говорил, Котик. Слушай, смотри, смотри, он просвечивает через дверь. Вот тут вот, кусок лапы видно. Я один ловил, я один на кого-то видел. Вот скелет, бежу сюда. Мне кажется, ну, мы пытались. Где коридоры? Где стрелочки? Что за игры раньше делали? Фу, блин. Тебя зарежу, сука. Что сейчас было? Что-то углы порезал. У меня какое-то странное вращение сейчас. Как будто Геральт закружил его в танце. Зажигательная лампада. Так, чем это так я прилетаю? Не знаю. Наверное, потому что я их стреляю. Точнее, ими. Что случилось? Почему я красный? Я один-то вижу. Красный? Ты красный? Наша вицпитаю подарок. Не знаю почему. О, господи. Нет, ты обычный. Что-то у меня опять какие-то чудеса пошли. Ну, может, да. Не настолько же. Или игра решила взять другую модельку, которая используется, наверное, для, ну, команды или для матчей, все такое, когда перекрывают. Нет, у меня просто все живые существа, включая вас и врагов, вдруг получили какую-то странную красную ауру. Аура Дунгая? К
кто стрельнул в меня ракетой целенаправленно? Совершенно. Очевидно. Слушай, я ни хрена не вижу, у меня все красные. The trap. Ну, куда идем дальше? Ну, мы типа открыли дверь. Понятно. Где мы идем? Чтобы она была открыта, босс. О, Чан. Кто убил всех опять телочек, а? Он не всех. Ну если хочешь, отдельные куски мы можем тебе найти. Тебя много-то не надо для жизни. Как это? Я тут на днях задумался вот про, это, про всю историю доктора Франкенштейна. Что он типа вот, как только он увидел, что у него там получилось, как только монстр ожил, доктор тут же пожалел. То есть вот все это время, пока он выкапывал трупы, расхреначивал их на куски. О, у нас сюжет идет. Так вот, пока он выкапывал трупы, расхреначивал их на куски, сшивал эти куски вместе, он ни разу не остановился и не задумался. Хм, блин, да я же ебанутый в корягу. Зачем я это делаю? Я тебе по опыту говорю, типа, когда идея держимая, они не держимы. Должны же быть лучшие способы закрыть сессию. А я лучше посмотрю в катсценку. Нет никакой катсценки, о чем ты? Махалова идет, какая катсценка? Какая? Это у тебя она нужна. Наркоман! Ничего нет. Лови. Иван! Иван! Пак. Вы как хотите, а блядь, дрожжи венгашки, джаляб, блядь. Где вы тут все кидали? А ну выходи по одному. Сидим здесь, притворяемся шлангом. А ну открыли, блядь. Мы болеем за тебя, босс. Полиция, блин, открыли быстро! Я в него верю. Я что-то нашел. О! Да, это было что-то, согласен. Отлично, среди нас нашелся лох номер два, который свалился. К сожалению, это я. Тём, давай сразу падай, потому что я понял, да? Раз уж мы начали в этот Battle Royale играть. Упс. Это было бы интересно, а где враги? Ты себя видел? Я не знаю, в последний раз на тебя их оставляли. Что ты с ними сделал? Я вообще никого не трогал. А как, вот знаете так ты... Свидетели можете показать, кто что скажет? Нет? Знаете, ой. Вот, видать, ты все-таки что-то потрогал. Я не буду показывать на манекене, где и что я трогал. Стоило отойти на 2 минуты, уже развели тут монстров, бляха, малая. Что-то очень дамажно, прям очень дамажно. Не было для дамажного. Как будто кто-то втайне подкрутил настройки. Почему втайне? Да, почему втайне? Жаловали, что легко. Наверное, вот он и подкрутил. Что можно сделать, если убрать абсолютно все основные источники света, кроме этих двух? Настенные факелы хорошо убираются ножом. Два тоже, кстати говоря. Эти же слоны их разломал. И чё? Ну, темно стало. Белый, ты просто волшебник. О, сейчас будет хорошо. Сейчас будет супер. Я дома. Мы уже здесь. Что это значит? Ну вот эту музычку хочется Иерусалим даже брать. Потом же защищать его от долбанных сарацина. Ави Мария, пацаны. Форс, давай скажем честно, когда тебе не хочется брать Иерусалим? Я думаю, это вполне естественное желание. Видишь, Иерусалим хочется взять. Где мои любимые пилотики?
Все будут! Не беспокойся. Не волнуйся. Недостатков в чуваках тут не будет. Так. Пока отвлек... Блин, отвлеките его, я с ножом хочу. У меня 5 хп, я его сейчас... Моя фишка. Надо... Ой. Не из этих коней, блин. Форс, не пали то, что мы с тобой один и тот же человек. На самом деле. По крайней мере, вы поставьте даже в разных. Один и тот же. Вот это знаешь, как у Стругацких в этом самом. В понедельник начинается, в субботу был вот этот. А, Янус Пулуэктович. А также У, Янус Пулуэктович. Я понимаю, что сейчас, вот то, что я сейчас сказал, звучит как абсолютнейший бред сумасшедшего, того, кто не читал книгу, но тем не менее. Зачем? Войну сразу закончил с Нильфгаардом. Стоит так Эмгирси, это, речугу толкает, и тут его ядром вот так вот. А я такой, бич, плиз! Бум! Слушай, ну они откидывают тут на пол этого стадиона. Я... Точно, мы на стадионе. А ядра, потому что мы футболами играем. Ну, а быки это типичные болельщики, да. Так как вы сзади-то появляетесь прям во мне? Ну, скажем честно, у задницы Лоусон уже должен быть собственный мастер-ретранслятор. Есть теория, что регионы внезапные космоса, куда отправился Рео, это как раз-таки достаточно... Все еще лучше, чем сюжет Тора. Не знаю, насколько меня отправляете вы, но у меня заканчиваются все патроны. Это нормально. Когда у тебя начнут заканчиваться патроны в пистолетах, вот тогда я предлагаю начать паниковать. Нет, тогда надо просто выставать. Какая стратегия? Я не умею стрелять. Я создаю! Создай пулю у них в голове. Нет никакой проблемы, которую не решил бы дедушкин Тони. Ну не знаю, дедушкин простатит он вряд ли исправит. Это было заклинание? Скажи, друг, и входи. Вот сейчас этот товарищ нам объяснил. На пора, ребят. Куда, назад или вперед? Только вперед. Вперед это где? Вперед это куда я бегу. Да ладно, я тут даже пистолетом стреляю. А что такое, этот парень что, за нами пойдет, что ли? Да. Познакомьтесь, это наш босс на сегодняшний вечер. О господи, гигантский. Надо доставать нож. Блин, сработал что ли? Представляешь, что это вообще походит с одним человеком, да? И даже на больших, как сложности. Прикинь, да? Да. Шатал я такие игры. Все еще лучшая история любви, чем сумерки. А вот эта тарелка, это... Это за нами. За нами уже выехали. Лошади, блядь, ненавижу лошадей. Вот. Да. Вот где-то сейчас загрустила одна плотва. Да, ты че? Мужик. Плотва не лошадь. Плотва, друг. Я пошел его резать, блядь. Давай вместе, тег тим. Давай, я левое копыто, ты правое. Круто, давай еще. Нет, я шел его резать, какого хера. Вот он, режь его.
кого? Пишу, падла. Не очень, да? Потому что нож короткий, не меч мой нужен. Серебряный желательно, назовите на эту хуйню. Плохому танцору нож короткий. Отвлеки его на центр. Да, выманивайте его на центр. Там мы его шокером. Сиськи показать, я не знаю. Что делать? Манит меня топтать, сука. Покажи, потому что мои сиськи ему не нравятся. Как ему кайфово-то стало. Нет, нет, я почти добежал. Ничего, сейчас разделывать будешь. Ай, нет, не будешь. Тебе еще его голову вести для награды. Всё.